Приехал русский из Москвы на джипе. Сказал, что хочет снять мой дом. Жил все время в ощущении, что вот сейчас поднимусь, заработаю, вернусь к тебе. Думал, ты не придешь. Жажда наживы привела. Я не знаю, что происходит с тобой. Вер, ты что? Сестры хотят вас. Вам телеграмм. Все. Какая же участь для вас. Такая участь меня устраивает. Знаете, что это не основное? Скажите, он утонул? Подождите, подождите, скажите, пожалуйста, он утонул.